Так, мы взяли также объем коробка по 0,8 для объемного моделирования удобно. И 2 по 1,5, как раз на работу со средней плетью без кожи, и еще 1,5 на... Никаких резких болей не должно быть. Так, я под мышцей. Вот мой кончик конюля. Здесь мы тоже не разведем, да? Да, мы на объем сейчас по, тоже. По да, да, да. Сейчас я перепроверю еще раз. Какой? 0,1, еще 0,1. Как дела? Я буду вас мучить за вопросы. Еще хочу 0,1. Угу. И зайдем, да, немножко все-таки с латеральной точки. Плечико худенькое, здесь прям чувствуется скольжение ближе к надкоснице. Я также прошла. Прошла под мышцу, также глубоко, и дошла до своей медиальной точки. И хочу выложить еще. Как вы? Как здесь? Нормально? Так, еще 0,2. Распираю чуть-чуть. Чуть выхожу, еще 0,1, и еще чуть выхожу, 0,1. Так, пока один котел, полтора набираем. Они нам еще подойдут, мне сказали много, взяли. Ну, может,
говорить о срочке. Организованные предприятия. Порядка. Не бывает. Это организованные. Так, отлично. Отлично. Вот. Это по перчатке. Шприцов по минус. Ну да. Или полтора. Мы взяли два по полтора и одну коробку 0,8. А тут делали промежалочку? Нет. Тут хорошо пойдет как по маслу. Не переживайте. Ну, лучше, чем на щеках. Спасибо.